Начнем выпуск с официальных новостей. Совместных казахстанско-японских инвестпроектах сегодня по телефону говорили президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Японии Йошихиде Суга. Глава государства предложил разработать новую экономическую повестку с наполнением конкретными проектами в сфере сельского хозяйства, геологоразведки, цифровизации и искусственного интеллекта. У стран имеются также широкие возможности в области развития зеленой энергетики. Токаев сообщил о решении направить в ближайшее время в Японию казахстанскую делегацию для обсуждения этих вопросов. Он также поздравил Йошихиде Суга с изобретением на пост главы правительства и пожелал успехов в его ответственной деятельности. Отметим, телефонный разговор состоялся по инициативе японской стороны.